Jasyanuragalalitasmitavallugumantra Lilavalokaparirambhano rasagoshtham Nitahasmana khanamibo khanadavinatam Gopaho katham nu atitarematamo durantam Jasyanuragalalitasmitavallugumantra Lilavalokaparirambhano rasagoshtham Nitahasmana khanamibo khanadavinatam Gopaho katham nu atitarematamo durantam Gaudiya Goshtipati Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал: общение самое главное в Харибаджане. И также самое главное в человеческой жизни. Общаясь с невайшнавами, находясь в асад-санге, осознанно или неосознанно, вы лишитесь своего сознания, вы разовьете материальную привязанность. Но если вы получаете саду-сангу, общаясь с вайшнавами, вы почувствуете улучшение, увеличение вашего сознания в Кришна-бхаджане. То есть для человеческой жизни это самый главный фактор, потому что без общения никто не может жить. Осознанно или неосознанно, все совершают то или иное общение. Изначальная причина Кришна-бхакти — это саду-санга. Несмотря на то, что потенция заложена в дживатме, как я уже говорил, то есть ничто не может возникнуть на пустом месте. Теория причины и следствия применима к этому. Итак, хорошее общение. Если вы получаете саду-сангу высочайшего порядка, то есть на самом деле такое общение — это удача, вопрос вашей удачи. Все зависит от вашего предыдущего накопленного сукрити. Саду-санга, сат-санга может дать вам поддержку, помощь в вашем бхаджане. И будьте уверены, когда вы обретете истинную саду-сангу, вы захотите что-то хорошее делать, выполнять какое-то хорошее служение, так или иначе вы столкнетесь с проблемами, с препятствиями. Даже несмотря на то, что вы будете хотеть совершать хорошие дела, выполнять хорошее служение, тем не менее столкнетесь с проблемами. Чистые саду-гуру, вайшнавы, которые плачут о благе всего мира, беспокоятся о благе всего мира, они сталкиваются с большим количеством разных проблем. Люди хотят чинить им препятствия, особенно что касается Вани Сева. Прабхупад говорит, что возвышенные души, возвышенные вайшнавы, так или иначе, то есть они сталкиваются с проблемами. Потому что когда мы вступаем в компромиссы с Майей, все любят нас, у нас будет много друзей, доброжелателей, все будут танцевать с нами, обниматься, целоваться. Но истинное хорошее общение, истинное благоприятное общение очень редко. Если вы обернетесь по всему миру, попытаетесь найти вопрос, найдете ли вы, то есть...
Если вы хотите вступить, дружить с преданными, непреданными, имеется в виду, если вы хотите дружить с полупреданными, непреданными, в Рай Рамананда Самвад я рассказывал, в этой шлоке заложена следующая идея. Сам Кришна говорит это. Благодаря сатсанге. Только благодаря редчайшей сатсанге преданные могут достигнуть моих лотосных стоп. Поэтому необходимо теплить надежду, сохранять надежду. Даже в случае с Ягпатни, они никогда не принимали прибежище лотосных стоп Гурудева. Они не читали и не изучали Веду Веданту никогда. Тем не менее, благодаря общению с Малини, услышав о славе Кришны, они развили огромную любовь к Господу. Если вы слышите что-то, когда вы слышите описание прямых реализаций, прямых осознаний вайшнавов, вы будете очищены от аппарат, наверное, вы яркую, прямую картинку увидите в сердце, потому что катха не отлична от Кришны, и эта катха входит в ваше сердце и приготавливает там замечательное место для того, чтобы Кришна пришел туда и воссел там на троне вашего сердца. Несмотря на то, что... То есть Малини прекрасная преданная. Она собирала цветы в различных лесах, садах, а затем делала гирлянды и продавала на рынке. Так она зарабатывала себе на хлеб. И она пела всем сердцем, от всего сердца. А Яги и Патни, жены браманов, слышали ее пение, слышали эту трансцендентное пение. Прабхупад говорит, предупреждает, что сатсанга — это самое важное. Сама сатсанга может даровать Шри Кришну. То есть сатсанга дарует Шри Кришну. И сейчас может возникнуть вопрос. Вопрос о дикше. Если вы получили дикшу, какой результат вы обретете? Парикшит Махарадж никогда не получал дикшу. Как же он достиг Кришны, может возникнуть такой вопрос. Как он достиг Сваруп Сиддхи? Ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если вы
будете сражаться, вы не получите спорить. Если вы будете спорить, вы не найдете никакой ответ. Но Прабхупад говорит, когда вы будете слушать Бхагавад-катху, прекрасные линии, лилы, которые плавят сердца, десятую песню. То есть Прабхупад говорит, вы что, думаете, что в дикше есть какие-то изъяны или какой-то недостаток? Чего-то еще не хватает после... То есть она еще не полный процесс. Думаете, что прослушав целый Бхагаватам, будет недостаток в дикше? То есть не хватает... То есть Парикшит Махарадж был проверен, то есть и он был достоин слушать Харикатху Шукадева Госвами. Шукадев Госвами не рассказывал ему сухую философию. Точно так же, как и Удав Махарадж не рассказывал сухую философию Видури Махараджи. Удава Махарадж никогда не рассказывал сухой философии Видури Махараджу. Когда бы going to give answer to some question of Vidurji Maharaj. Удав Махарадж не рассказывал, то есть он рассказывал Харикатху со слезами на глазах. Он не мог говорить, голос его прерывался. Удава не мог говорить, голос его прерывался. Он плакал, плакал и плакал. Удавджи Махарадж surely speaking all about his feeling. He's closing his eyes. То есть он описывал свои чувства закрытыми глазами. Он закрыл глаза и рассказывал все, что в его сердце. Все эти лилы были осознаны им. Когда я думаю, говорит Удава, что Кришна звал меня по имени Удава, Я схожу с ума от этого. Удава Махарадж говорит, я был с Кришной. Тем не менее, я не смог осознать его лилы, не смог понять, насколько они превосходны. Он оставил меня в дураках. Он заставил меня понять, что он заставил меня думать, что он обычный человек. Тот, кто обладает бесконечными брахмандами, он знает все, что происходит во всех брахмандах с мельчайшей крупицей этой брахманды. То есть одновременно Кришна знает все новости. То есть все новости. Он знает, что происходит с мельчайшими частицами во всех брахмандах. И Удава Махарадж говорит об этом самом Кришне. Он говорит, и он, эта личность, хотел получить советы от меня. Что я хочу сказать этим, что Харикатха — это прямое сознание. Если у вас... То есть, слушая это, наверное, вы можете продвигаться в Харибаджане. Тем не менее, на пути Харибаджана множество проблем. Много-много проблем.
Вы уже знаете о Парикшит Махараджи. Он рассказывал Харикатху без остановок. Саду, саньяси присутствовали в собрании, когда Парикшит Махарадж рассказывал Харикатху. Много-много старших мудрецов. Все они хотели слышать что-нибудь из лотосных уст Шукадева Госвами. Если я... То есть, вчера я хотела многое рассказать, но мне очень жаль, я не мог говорить из-за того, что плохо себя чувствовал. Вчера я рассказывала о том, что... О шлоке. Я цитировала эту шлоку. Кришна гхита манасаха Ajagmur анна анна малакшита оддамаха Саятру канту джавалулу кунталаха. I already spoke something about it, but the special thing I like to speak. One miracle. Одно особую вещь я хочу сказать. Те, кто обладают каким-то первоначальным знанием санскрита, могут задаться вопросом. Почему же Шукадева Госвами говорит? Гопи предстают перед Кришной. Whereas I am already present there, then I can speak as per grammatical understanding. Why Shukdev Goswami is speaking this way? Shukdev Goswami could speak that all those gopikas they. Он мог бы Шукадева Госвами мог бы сказать, что все гопи предстали перед пришли перед Кришной, а он говорит в настоящем времени они приходят. Кришне. То есть в том, что сейчас происходит, наверное, в настоящем времени, что они приходят. Он не сказал, что это произошло когда-то в прошлом. И Шукадева Госвами, Парамахамса Шрешта, на берегу Ганги, в этом собрании великих мудрецов, Муни Риши, он описывает, описывает Расалилу. Если бы он хотел сказать, что гопи, которые бегут к Кришне, то есть он бы мог сказать, что они прибежали, но он говорит, они прибегают, бегут к Кришне. Поэтому он это говорит о том, что он осознал, что когда он рассказывал Харикатху, он чувствовал, испытывал прямое ощущение этого. То есть он видел эту картинку, что сейчас гопи бегут к Кришне. Без этого прямого осознания рассказывать Бхагавад-катху, особенно раз десятую песнь Кришна-лилы, особенно сокровенные лилы, которые касаются Расататвы, невозможно их рассказывать. Невозможно. Как это может быть возможным? Итак, мы уверены, мы знаем стопроцентно, что когда Шукадева Госвами пишет, говорит о танце раса в настоящем времени, что мы знаем точно, что несмотря на то, что он вовлечен в рассказ Харикатхи Парикшит Махараджа на берегу Ганги, тем не менее, в тонкой форме
Шукадев Госвами находится, присутствует сейчас в Раса Лили. Он сейчас вместе с Гопи, с Кришной. В противном случае, как бы он мог описывать свои прямые ощущения? Он говорит так, что как будто он это видит воочию. Говорит, о, Гопи, Гопи, они приходят к Кришне. Таким образом, необходимо понять всю серьезность Раса Лилы и Раса Татвы. Как я могу... рассказывать то, что Брамаджи не может рассказывать, и многие другие великие личности. Я могу лишь по милости Гурупада Падмы что-то сказать и лишь прикоснуться к этим темам. Также, вы знаете, очень хорошо, что Санатана Госвами Пад хотел составить тику, комментарии к 10 главе Кришна Лили, к Бала Лили. И так далее. Как вы уже, скорее всего, знаете, я не знаю, знаете вы или нет, когда Санатана Госвами писал эти комментарии о Кришне, о Кришне и Гопи, к 10-й песни, время от времени он очень сокровенную сиддханту открывал. У нас нет времени, нет терпения читать все эти, все это. Это наша главная проблема, болезнь. В противном случае мы бы уже обладали драгоценностями в сердце. То есть мы, что плакать, мы на самом деле богаты, драгоценности, великие, дорожайшие драгоценности в нашем сердце. Прабхупад говорит, когда вы хотите сделать что-то хорошее, естественным образом возникает много разных проблем. Но если вы будете подчиняться... То есть если вы подчиняетесь моей Деве, все вас любят, все хорошо у вас в жизни. Если вы под влиянием моей Деве. Таким образом, мы не должны терять наше терпение, выходить из себя, когда мы видим все эти проблемы на нашем пути. Мы всегда должны теплить надежду в сердце. Прабхупад дает нам совет. Попад giving advice. We all must remember this look all the time. Мы должны помнить эту шлоку постоянно, говорит Прабхупад. В таком случае она будет давать нам вдохновение. И этот совет — это указ на то, как обрести настоящую крипу. Прабхупад говорит, мы должны постоянно помнить эту шлоку и ее значение. Никогда не забывать ее. Когда великие спутники Гауранги Махапрабху, его вечные спутники, Санатана Госвами подговорит, прежде чем написать какие-то комментарии Санатана Госвами,
молится: «О Кришна, о Гопи, как я могу понять эти секретные вещи, эти трансцендентные вещи? Только Кришна может понять настроение Гопи, и только Гопи могут понять настроение Кришны. Нет третьего лишнего, нет посторонних, кто может это понять, кто может давать какие-то комментарии на это». Поэтому платформа, на которой находятся Гопи и Кришна, непостижима для нас. Вначале я говорил, что это наша главная ошибка, что мы, находясь на своей платформе, пытаемся судить то, что выше нас, судить то, что находится гораздо выше нас. То есть мы пытаемся думать: вот, возможно, это так, возможно, это так. Мы руководствуемся своими осознаниями. И это неправильно. На пути баджана это неправильный процесс. То есть разные писатели этого мира размышляют о Кришна-лиле, о Кришне материальным путем. То есть они говорят о Кришне как о материальном человеке. Но то, что они пишут, это далеко не Кришна-лила. Находясь на материальной платформе, если я хочу описать Кришна-лилу, пытаться понять, что такое раса-лила, я могу понять лишь, что это какой-то танец, какой-то дискотечный танец. Когда Санатана Госвами пишет об этом, он плачет и говорит: «О Гопи, лишь Кришна может понять ваше настроение, то, что в вашем сердце, и только лишь Гопи могут понять сердце Кришны. Нет третьего лишнего. Кто я такой, чтобы что-то писать об этом? Если все вы благословите меня, прольете на меня полные свои благословения, в этом случае и только в этом для меня будет возможным что-то понять. Я попытаюсь в таком случае что-то написать». Мадхавендра Пурипад, плачет: «О, Матхуранат, ха, Матхуранат». И в это время глупый его ученик Рамачандра Пури советует ему. Он дает советы своему собственному гуру, и это наша главная проблема также. Та платформа, на которой мы находимся, тот уровень, на котором мы находимся, в соответствии с этим наша речь в соответствии с нашим уровнем, то есть она ограничена. То есть если мы попытаемся... То есть все, что мы говорим, наверное, в таком случае, то есть с этого, с материальной платформы, все это ошибки. Когда мы хотим что-то судить то, что выше нас, судить, говорить о том, что гораздо выше меня, как я могу говорить об этом? Разве это возможно? И Санатана Госвами возносит эти прекрасные молитвы лотосным стопам Гопи. «Если вы милостиво позволите, я смогу, то есть пролейте на меня милость, что я смогу осознать, что ваше сердце, тогда я смогу что-то написать». Вы можете вспомнить в Гауранга Лиле. Сарудамадар — это Лалита Саки. Я сейчас не о нем говорю, я говорю о Дамодар Пандите. Это отличная личность. Он присутствовал в Гамбира Лиле Гауранге. В Чайтанья Чаритамрите сказано следующее: пока я нахожусь на нейтральной платформе, пока я не достигну нейтральной платформы, я не могу
следовать дхарме, даже социальной дхарме, любому виду дхармы. То есть, пока я не достигну уровня беспристрастности, я не смогу следовать дхарме. Когда же я обрету возможность смотреть на все беспристрастно, я пойму, что есть что. И я хочу предупредить вас. Также это предупреждение касается и меня, не только вас. Когда Дамодар Пандит пытался выискивать ошибки в Гауранге, что маленький мальчик, очень красивый, приходит к Гауранге, а Гауранга очень его любил. Почему Махапрабху любил его? Потому что он любит всех, бесконечный мир, может наслаждаться любовью Гауранги Махапрабху, то есть он любит весь мир. И этот малыш приходил, предлагал им поклоны. Но вот этот пандит однажды очень разгневался, потому что мать этого мальчика очень красива была. Она потеряла своего мужа, то есть он тот умер, она была вдовой. Поэтому Дамодар Пандит каждый день говорил мальчику: «Не приходи сюда», но мальчик все равно приходил. И Махапрабху всегда выражал свою любовь к нему. Однажды пандит очень разгневался, Дамодар Пандит: «О, Гасай, весь мир прославляет тебя». То есть весь мир тебя будет прославлять, имеется в виду с сарказмом. Это же, почему ты его любишь, этого мальчика? Он выражаешь ему столько любви, он сын прекрасной девы, женщины, и все будут критиковать тебя за это. И Махапрабху был очень задет этим, был очень оскорблен. Он сказал: «О, Дамодар, ты так с такой осторожностью защищаешь меня, в смысле, так тщательно защищаешь меня, поэтому я хочу дать тебе служение. Отправляйся в Навадвипу и заботься о моей маме, о моей Шачи-мате. Пожалуйста, пойди туда». И через это учение, какова связь между этой лилой и возвышенной расататвой? Почему я говорю сейчас об этом? Суть в том, что Махапрабху хочет обучить нас. Верховный Господь, Парадпара Акхилешвар. Как может быть, что Гауранга может быть привлечен женщиной? Два-три раза я уже говорил об этом, что все муни и риши черпают свое могущество от Кришны. Они не испытывают никакого влечения ни к чему. Кришна — источник всех парамахамс и атмарам. Как же может быть такое, что Кришна сам не обладает этим могуществом, что он может кем-то привлечься? Итак, в шастрах сказано, что железо, кусок железа автоматически притягивается к магнитам. Каждый знает об этом. Это естественный процесс. Магнит притягивается к железу. А железо притягивается к магниту. Small iron piece, easily. But if the iron piece is very big,
То есть, когда маленький кусок, когда кусок железа маленький, это очень легко происходит, но когда он большой, несмотря на то, что мы знаем, что естественным образом железо притягивается к магниту, но когда железо очень большое, кусок железа большой, в таком случае маленький магнит не может притянуть его. То есть это зависит от размера магнита, от размера железа, от размера... Таким образом, описывается, что почему мы используем имя Кришны, то есть Кришна, почему Кришна? Потому что Кришна привлекает весь мир, поэтому он и зовется Кришна. Кришна привлекает всех и дает наслаждение всем. Кришне не нужно взращивать эти качества, он естественным образом имеет это с самого начала. Кришна привлекает весь мир. Тем не менее, мы не испытываем никакого влечения к Кришне. Это главная проблема. Почему же мы не чувствуем привлечения? Потому что мы в мае. Если кусок пыли полон пыли, неважно какого размера, железо. Then a magnetic field, that the magnetic field cannot reach up to that far to touch the iron body. То есть суть в том, что магнит не может притянуть это грязное железо. И в этом проблема. Итак, каждый должен быть привлечен к Кришне. Без исключения. И, как я уже говорил, все гопи разные, они не одинаковые. С кем были в предыдущей жизни жены брахманов? Когда риши и муни в Дандакаране. То есть, кем были, наверное, риши и муни в лесу Дандакаране? Как так получилось, что гопи, принявшие омовение во Вриндаване, как родились гопи во Вриндаване? Их тела трансцендентные. Джива Госвамипад и другие ачарьи говорят, что этот момент необходимо обсудить с разных точек зрения. Если мы не поймем это, мы не поймем совершенства этой лилы. А, честно говоря, каждая шлока раса лилы, если мы будем обсуждать ее аналитическим путем, это займет долгое время. Но даже после этого мы, может быть, и не достигнем осознаний. Но Прабхупад хочет даровать нам эти осознания. Он говорит, проблема в том, что я не вижу качества. То есть он говорит, что я не видел, то есть так и не встретил тех, кто по-настоящему заинтересован в совершении Кришна-бхаджана. Он очень серьезно сказал. То есть те, кто очень серьезные, те, кто серьезны, как гопи. Итак, Дамодар Пандит, с одной стороны, очень хороший пример нам является.
С другой стороны, он забыл, что он говорит о Парат-пара Акилешваре, Верховном Господе, о том, кто источник всего. Он говорит, у меня очень много спутников. Прабхупад говорит, у меня очень много спутников. О, простите, Махапрабху говорит, у меня очень много спутников, но подобных Дамодар Пандиту нет. Он даже меня, как бы он настолько беспристрастен, что даже мне делает предупреждение, делает замечание. И поэтому он говорит ему, не мог бы ты отправиться на Нандипатхаму и жить там с моей мамой. Я принял саньясу, поэтому я не могу заботиться о маме, наверное. И Дамодар... Тем самым он говорит, что Апракрита Шачимата не женщина. Если мы будем думать, что Шачимата женщина, а Джагнат Мишра это мужчина, в таком случае я подобен собаке. Шачимата Апракрита Йошит. Мадави Девидаси. Даже они трансцендентные. Трансцендентные. Джанава Такурани трансцендентна, Ганга Мата трансцендентна. Если мы будем оценивать их с материальной точки зрения, имеется в виду, как материалистичных людей, что какое благо мы вообще можем почерпнуть из Расалилы, что мы сможем там понять. Если мы не вышли из-под влияния Майи для того, чтобы и не осознали все эти вещи, то какой смысл? В наших попытках слушать. Расалила совершенно. В противном случае не было бы сказано. Сидар Госвамипад сказал. Проповедовать Расалилу. Расалила это Камвиджай Лила. Если кто-то может объяснить это, кто-то может проповедовать это, он достигнет всех совершенств, наверное. Итак, прежде всего, необходима полная вера в Апракрита Кришналилу, Шрадха. То есть, прежде всего, Шрадха. Шрадха. Шукадев Госвами говорит о высочайшей Шрадхе. О полной вере в Кришналилу, в то, что она трансцендентна, Апракрита. Есть ли у нас такая вера? Если есть, в таком случае мы можем слушать, и никто не сможет воспрепятствовать вам в этом. Но весь мир заблуждается, он пытается, весь мир пытается выискивать ошибки в этом, то есть, ну, оценивать как-то. То есть, если вы изучаете какое-то шастру, такого правила, что вы должны следовать по стопам ачарьев, предыдущих ачарьев, если у меня есть какие-то чувства, какие-то переживания, я не должен изобретать никакой сиддханты, я должен следовать по стопам Шри Гуру Вайшнавов. Я могу быть замечательным философом, но что я с этим буду делать? Даже если я буду замечательным философом, Кришна может прогнать меня так же, как и Майя. Я никогда не хотел быть выдающимся философом.
Я никогда не хотел быть каким-то выдающимся философом. Лучше остановиться на том, что... То есть не говорить никогда для показа, не создавать никаких драм своим поведением. Лучше не говорить о том, о чем ты не знаешь. Украшенный шрадхой. Преданный. То есть мы должны помнить. У вас нет права напрямую слушать от Шримад Бхагаватам. Шукадев Госвами не глуп. Он ачарья ачарий. Но он очень осторожен, очень внимателен к тому, какие слова он использует. У нас нет ни права ничего там поменять, ни единой запятой нельзя изменить Шримад Бхагаватам. И Шукадев Госвами указывает на то, что мы должны слушать Шримад Бхагаватам от Расика Ачарьи. Как Парикшит Махарадж слушает от Шукадева Госвами. Он Расика Ачарьи. Ану Синват. Под руководством чистых преданных мы должны слушать Расататва, под руководством Расататва Ачарьев. Под их руководством нужно также можно под их руководством рассказывать это. То есть под их руководством нужно слушать от из их и под их руководством нужно рассказывать. Третий момент. Тот, кто достиг парабхакти, это очень серьезно. Имеется в виду абсолютная бхакти, парабхакти, абсолютная бхакти. В таком случае Кришна будет испытывать влечение к тебе, к вам. Вы будете привлекать Кришну, несмотря на то, что Кришна это бесконечный мир, то есть весь мир — это Кришна. Как же возможно, что преданные могут... привлекать Кришну? Суть в том, что они должны обладать таким могуществом, поэтому Кришна говорит. Если Кришна не испытывает никакого влечения, как он может говорить подобное? Кришна, почему ты следуешь своим преданным, идешь по стопам своих преданных? Он, Кришна отвечает, я следую им, потому что когда они бегут, пыль их поднимается от их стоп. А я бегу за ними, чтобы эта пылинки эти с их лотосных стоп усеяли мою голову. Потому что бесконечные брахманды, несмотря на то, что бесконечные брахманды пребывают во мне, то есть бесконечные миры пребывают во мне. И в бесконечном творении также и нахожусь я внутри этого творения. Но в то же самое время этот мир не внутри меня. То есть у меня такая энергия моя такая
несравнимое, несравненное, я обладаю несравненной энергией. То есть вначале он говорит, что весь мир пребывает во мне, а... и я в этом мире, а в следующей строке он говорит полностью противоположное, что я все-таки вне этого мира. То есть он непостижим, поэтому сложно, то есть мы не можем... Все противоречия, которые мы находим в Кришналиле, мы не можем, из-за них мы не можем поверить в Кришналилу. Тем не менее, эти противоречия могут обрести очень сладкий баланс, то есть очень быть сладко сгармонизированным в случае, то есть в Кришналиле. Мы думаем, что как возможно, что Сукадева Госвами говорит подобное. Он Татва Ачарья, великий Парамахамса. Словами вот этими он говорит, что если даже какая-то кама присутствует в сердце, услышав, когда вы достигнете, когда, то есть нет проблемы, если какая-то кама в сердце, при условии, что эта личность предалась, потому что кама Вишна Чакартипат, Рупа Госвамипад прославляет Расалилу. Джива Госвамипад также. Грязью невозможно вымыть грязь. Грязной водой невозможно вымыть грязь, отмыть грязь. То есть необходима чистая вода. Я думаю, что вы уже забыли наверняка об этой шлоке, которую я уже объяснял. Where in mathematics, what formula, where we can apply? And big Guru Vishnu, they understand which formula where to apply. Guru Vaishnava знает высшую математику, где какую формулу применить. This sloka you can discuss. Nostro prayas means almost going to be clean, total. В переводе это означает тот, кто. Полностью очищен. Even if there is a residue of karma, still not problem. This Kambiye Lila Rasa Lila is so top, so powerful. Even those who are staying long distance away. То есть карма лила, она настолько могущественна, те, кто за километры находится, будут слушать из подлинного источника, сердце их будет очищено. И не только это, там сказано, утверждается, что несмотря на то, что кама нечиста, то есть сердце нечисто, то есть процесс не таков, что сначала нужно очистить наше сердце, а потом обрести бхакти. Это не так, процесс полностью... Противоположен. Если сердце ваше грязное, не проблема, вы должны слушать из должного источника, и вы полностью очистите, сердце ваше с помощью этого полностью очистится.
Попытайтесь осознать всю серьезность. То есть нужно четко это понимать, наверное. И лила это полностью разовьется в вашем сердце, имеется в виду, полностью проявится в вашем сердце, и вы достигнете полной вайраги, отреченности. Невозможно так, чтобы, прослушав расу лилу, у вас в сердце будет какая-то... нечистота. От Шукадева Госвами, Бхактивинода Такура, от Прабхупады, когда вы услышите раса лилу, как возможно будет вообще потом попадать под влияние камы, то есть если я люблю их, если они любят меня, как я могу быть привлеченным камой? В Бхагаватам ясно сказано, нет ничего более секретного. То есть нет такого секрета, который не может раскрыть полностью предавшемуся ученику духовный учитель. Как Мадхавендра Пурипад даровал все сокровища Ишвари Пурипаду. Нужно помнить об этом. Парабхакти — это не шутки. Парабхакти, речь идет о абсолютном бхакти, о рупануга преданных. А те, кто обладает эксклюзивной премой Кришне, слушая от них, вы сможете развить парабхакти. Вы должны пытаться следовать, наверное, по их стопам. Поэтому Шримад Бхагаватам провозглашается. Почему Кришна совершает ту или иную лилу? Если это так грязно, Кришна не должен... То есть Кришна не должен этого совершать, но на самом деле она абсолютно чиста, абсолютно совершенна. Как мы можем говорить, что она грязна? Санатан Госвами Пад говорит, что парабхакти — это не шутки. Санатан Госвами Пад говорит, объясняя парабхакти. Она парабхакти под руководством гопи, тех, кто уже обладает ей. Обычные люди не могут наделить вас парабхакти. Прабхупад Наянамани Манджари. Бхактивинод — это Камаламани Манджари. Камала Манджари. Простите. Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж под их руководством. Как Джива Госвами Пад говорил выше, как я уже цитировал, что грязное место нельзя очистить грязью. Поэтому, когда раса лила очистит мое сердце, то есть, когда раз говорится, что раса лила способна очистить мое сердце, определенно она обладает каким-то могуществом, то есть, могуществом, чистотой.
Но в обусловленном состоянии я не могу осознать всего этого. Я могу критиковать, могу пытаться судить, потому что я не могу понять то, что выше меня. Итак, Джива Госвами Пад пишет в своих сандарбхах. This argument, Jiva says, even we staying long away, if he is going to hear about the excellent lila. Если кто-то живет вдалеке, кто-то слушает Раса Лилу от Расикачари на расстоянии, наверное, впрочем, он все равно очистит свое сердце и обретет према лакшану, абсолютное бхакти. На самом деле это никакая не кама, оно лишь выглядит как кама. If it is there, if you want to act, already is karma is there inside your heart. If you are going to act some fuel, what will happen? If somebody is full of dirty mind, very, very dirty. Если ум чей-то очень грязен, if you are going to speak, если вы будете рассказывать им Расалилу, как они могут его воспринять? Сказано, что если вы поместите очищенное масло в огонь, что огонь потухнет. Не потухнет огонь. Как люди могут думать, что сейчас я понаслаждаюсь ото всех сил в молодости, наслажу все свои чувства. А потом прекращу, наверное, в старости. Но если вы будете подливать масло в огонь, он не потухнет, он будет лишь увеличиваться. Точно так же. Говоря о Расалиле, мы можем заключить, что те, кто обладает пониманием того, что Кришна — наше единственное богатство в жизни. Нет у нас другого богатства. Пока вы будете зависеть от своих банковских счетов, от своих жен, что кто-то может мне помочь, Кришна не будет помогать вам. Когда гопи хотели спросить Кришну, почему ты не отвечаешь? Когда гопи спрашивают Кришну, почему ты не отвечаешь нам, я вернусь к этому моменту. Итак, если даже какая-то кама присутствует в сердце, нет никаких проблем, потому что первое условие должно быть выполнено. Потом вы обретете парабхакти, и никто... Это не так, что кто-то может продать это вам на рынке. Если так дешево, почему Бхактивинода Тхакур приводит так много ограничений и правил? Почему Бхактивинода Тхакур
и Прабхупад, Кешава Госвами Махарадж дают очень много ограничений и много правил, которым необходимо следовать. Почему Кришна совершает эту лилу, я уже объяснял. Брахма, Шанкар, великие муни молились лотосным стопам Кришны. Они молятся лотосным стопам Кришны, но Кришна рождается. Несмотря на то, что он нерожденный, По какой причине рождается Господь? Он источник всего. То есть задается вопрос, почему ты рождаешься? Мы пытались найти ответ на этот вопрос, но так и не смогли. Причина всех причин — ты. Мы не можем понять, какова причина. Единственная причина, которую мы можем предположить, что ты хочешь совершать игры, ты хочешь играть. То есть мы можем предположить только лишь, что ты хочешь играть. Это все, что мы можем предположить. Мы не видим больше, никакой другой причины. Когда Баладжи Махарадж был обманут Кришной, Кришна и Баладжи Махарадж едины, одно и то же. Но, как я уже говорил, свобода желания, то есть свобода выбора, наверное, желание полностью принадлежит Кришне. Если бы Кришна не позволил, то есть если Кришна не захочет, даже Баладжи Махарадж не будет знать, то есть полностью зависит от желание Кришны. Поэтому он не понял, когда Кришна подменил мальчиков-пастушков. Целый год он играл роль мальчиков-пастушков и телят, нося те же самые одежды, что мальчики-пастушки, те же самые украшения, так что никто не мог понять. Даже сам Баладжи Махарадж не мог этого понять, что это на самом деле Кришна. Целый год практически прошел. И однажды Баладжи Махарадж задумался, почему это столько привязанности выражают гопи, матери, а также матери, коровы матери, они так привлечены. Когда они встречают своих сыновей, у них молоко струится из груди. А коровы, когда видят своих телят, они также из вымени у них струится молоко. И они уделяют больше внимания старшим, нежели младшим телятам. То есть, потому что старшие — это Кришна. И Баладжи Махарадж говорит, Садвипи,
Кшатмарамаха Пурнакамаха Парешаха Сраштум Сактаха Котису Андани Джакхи. Бале Брахма Ананта, I mean Брахмаджи, Ананта Дев, Дхарма, Индра, Сивасча, also Сив, they are all serving your lotus feet from heart. Шивджи и все полубоги служат твоим лотосным стопам от всего сердца. What can be the Maya? Because no Maya can touch me. Who I am? Никакая Майя не может коснуться меня. Никакая Майя не может влиять на меня. Я знаю, что, говорит Баладжи Махарадж, я знаю, что лишь Кришна Майя может повлиять на меня. Давайте-ка посмотрим, что это за Майя. Говорит Баладжи Махарадж. Он прославляет Кришну и говорит, что даже Брахма, Анантадев, Дармарадж, Индра, Шива, все они служат тебе с полной преданностью, постоянно. Сам Баладжи Махарадж говорит это. Говорит о Кришне. Кто такой Атмарам? Тот, кто полностью удовлетворен, то есть тот, кто абсолютен. Тот, кто может создать бесконечные брахманды за секунду. Это и есть Кришна. Какая Майя может коснуться его? И Баладжи Махарадж хотел заглянуть в себя. Почему Баладжи Махарадж не может понять этого? Но почему Кришна забывает о том, что он сам Верховный Господь во время Расалилы? Потому что он не хочет слышать об этом. Если бы он помнил об этом, танец расы был бы невозможным. По милости Прабхупады, Бхактивинода Такура, Гуру Варги, если бы я мог... То есть, если что-то могу сказать, то по их милости Кришна не хочет, чтобы все знали, что он Верховный Господь. Он сам хочет забыть о том, что он Верховный Господь. Если бы он помнил об этом, Расалила, невозможно было бы. К
Кто это устраивает йога майя? Баладжи Махарадж — это первая экспансия Кришны. И он сам заворожен тем, что он видит. Он видит, увидел, как Кришна распространил себя в мальчиков-пастушков, что они не отличны от них, и также телята. И он поражен, как долгое время он не мог этого понять, заметить этого. Когда Баладжи Махарадж, то есть когда он заглянул себе в сердце, он увидел, что все как оно есть. Когда Кришна и Баларам являют эти человекоподобные игры, лилы, они забывают о том, что Кришна — Верховный Господь, что Он — Верховный Господь. В противном случае раса лила не достигнет своего пика, она не сможет осуществиться. Баладжи Махарадж в одной группе, Кришна в другой группе. Кришна побежден Шридамом. И кто-то держит, несет Баладжи Махараджа на плечах. То есть, если кто-то проигрывает, тот носит победившего на плечах. Если, то есть, такое правило. И поэтому Баладжи Махарадж однажды его понес Асура, которого послал Камса. Он просто пришел, превратился в обычного мальчика-пастушка и начал играть вместе с ними. И в конце концов Баладжи Махарадж залез ему на плечи. Внезапно Баладжи Махарадж осознал. Он летит в сторону Мадхуры, далеко от того места, где мы играем. И тогда он немного испугался. Почему он понесся туда, в эту сторону, так далеко от нашего места? И, заглянувшись себе в сердце, он понял, что это же демон, не какой-то наш не друг. И каким-то образом он его победил, ударил его по голове и поверг этого демона. Итак, когда Кришна Баларам играет с Браджаваси, они не хотят помнить о своем изначальном положении. Они думают, что мне с этим делать? Сейчас я хочу наслаждаться с Браджаваси. Я могу устраивать любовный взаимообмен с ними. Что я буду делать, как если они будут помнить о том, что я Господь? Я не шкинчина, у меня ничего нет, кроме лотосных стоп Шримати Радхарани. Таково их настроение. Когда Баладжи Махарадж говорит это, что обычно никакая майя не может повлиять на меня, только Кришна майя. И впоследствии он, заглянув себе в сердце, видит, что Кришна... предпринял эту игру. Теперь вы понимаете всю серьезность Кришна лилы, что говорить о раса лиле. Очень хорошо вы это знаете. В Читании Чаритамрите, Шримад Бхагаватам всюду описывается, что Кришна все привлекающий. Вы помните об этом, как вы помните, он привлекает бесконечные миры. Кто же может закрывать глаза на этот момент? Никто. Кришна все привлекающий. Имеется в виду, что нет никого, кто устоит перед ним. И этот самый Кришна, тот, кто является единственным объектом привлечения для бесконечных миров, из-за
is one kind of impediments for them, that the Arupis cannot feel attraction for the magnet. Из-за грязи железо не может притянуться к магниту. Мы покрыты майей. Большим покрытием, толстым слоем майи. И Гуру и Вайшнава пытаются очистить нас. Вы можете почувствовать, что через Харикатху они обнимают вас. Имеется в виду, я пытаюсь в сердце обнять вас, то есть очистить вас, так, чтобы вы могли понять то, о чем я говорю, чтобы никто не обманул вас, никто не смог вас обмануть. Итак, если Кришна всепривлекающий для бесконечных брахманд, почему же не все чувствуют влечение к нему? Итак, ответ на это был приведен выше, потому что мы покрыты майей. И если все-таки... То есть, есть ли такое могущество в этом мире, которое могло бы, по которому Кришна был бы привлечен к чему бы то ни было? Есть ли кто-то, кто может его привлечь? Хари Бхакти Виласи приводится эта шлока. Чистая преданность такова, что Кришна вынужден говорить следующее. Он привлечен уникальной любовью. Он не хочет никакой собственности, никаких богатств. Ничего не хочет он от вас. Что говорить о грязных наслаждениях? У него нет никаких ожиданий от вас и меня. Единственное, что он хочет видеть нашу любовь, что мы любим его, и он хочет любить своих преданных. Завтра я расскажу о том, что говорит Прабхупад. Какова природа Сварупшакти? Они не отличные. Сварупшакти и Кришна не отличные. Но мы хотим понять их истинную природу Сварупшакти. Почему Сварупшакти? Почему Кришна хочет привлечь преданных? Почему преданные хотят заточить Кришну в своем сердце? Когда вы пьете, напиваетесь вином, вы не можете контролировать себя. И Сварупшакти настолько вкусна, настолько обворожительна, что Кришна хочет распространить ее всем и обмениваться этим. Есть столько особенностей в Расалиле, в Кришналиле, которые я бы хотел обсудить с вами. Когда я говорю об этом, я тоже испытываю вкус, поэтому я хочу всем это об этом рассказать, то есть распространить среди всех. Итак, наш вопрос заключается в следующем. Есть ли что-то в этом мире, что может привлечь даже Кришну? Бхакти Расамрита Синдху это описывается. Кришна Карсани Часа. Бхакти может привлечь Кришну. Это очень просто, я знаю это. Но Кришна забывает о своем отождествлении, кто есть Он, кто Он есть. То есть, что же это, из-за чего Кришна забывает о том, кто он есть? Если бы он помнил, что он Кришна, не было бы Расалилы. Когда судья, мировой судья, приходит из суда домой, он видит своих детей, которые ему кричат «папа, папа»,
Он любит их, помыв руки, ноги, переодевается и начинает играть со своими детьми. А мы не можем представить, чтобы он себя так вел на своем рабочем месте. Не можем себе представить, что мировой судья будет играть в суде. Он там очень серьезен, очень представительный, влиятельный человек. Но когда он приходит домой, дети забираются ему на спину, на плечи, делают из него лошадь и понукают им. Маленький мальчик превращает отца в лошадь и восседает на нем. Как такое возможно? То есть, если даже имеется в виду, если это возможно, то почему в материальном мире, примеры этому повсюду, то почему мы не можем поверить в то, что Кришна забывает о себе, что он есть Кришна? Очень сладкое масло. Ладу, сладкие шарики. Гопи говорят, мы тебя сейчас накормим ладу, но ты для этого должен станцевать. А Кришна говорит, нет, сначала дайте, потом я станцую. Нет, сначала танцуй, потом я тебе дам. Хорошо, если я вам станцую, вы дадите. Да, да, давай. И Кришна начинает танцевать. Что вы думаете насчет этого? Насколько это уникально. Кришна. Заставляет бесконечные миры танцевать, ну, то есть влияет, создает бесконечные миры. То есть, мы пытаемся обсуждать Раса-лилу, то есть мы с вами, как бы, то есть для нас невозможно понять нашими ограниченными возможностями, но тем не менее мы пытаемся изо всех сил понять. Сейчас попытайтесь понять, что мы... То есть Кришна совершает лилы во Вриндаване. Мы знаем, что Верховный Господь Сачитананда Виграха. Он Сачит Ананда. У него нет материального тела, подобного моему. Тем не менее, я уже сказал... То есть вы должны, несмотря на то, что Кришна Сачитананда Виграха, нет даже вопроса о его рождении и смерти, намека на его рождение и смерть, тем не менее он рождается как сын Яшоды. И он постепенно растет, из младенца превращается в ребенка, в подростка и так далее. Юношу. То есть он совершает игры такие, такого порядка, чтобы каждый мог черпать из этого удовольствие. В соответствии со своей расой они получают те или иные, тот или иной любовный взаимообмен с Кришной. Яшодама крепко целует Кришну. Как Дамодараштаки мы поем. Поете? Поете Дамодараштаку? Вы должны петь в месяц Дамодара. И нужно предлагать прадипы, предлагать огонек. И даже небесам нужно предлагать. Но главное — слушать Харикатху. Итак, маленький Кришна ползает по дому Нанды Бабы. Кришна лила вечна. Как ночь уходит, как солнце садится, ночь приходит. Но на самом деле солнце всегда присутствует. Оно просто заходит ниже, чем земля, то есть совершает круговорот.
поэтому мы не можем его видеть, поэтому темно. Но на самом деле оно никуда не исчезает. Точно так же Кришна Лила постоянно происходит в разных брахмандах. В той или иной брахманде она происходит. После того, как то есть Кришне было 8, но тело его было как тело юноши. Точно так же Радхарани. 7. То есть она трансцендентная, постоянно присутствует. Постоянно существует. Когда Кришне было... Кришне было 8 в юношестве, он совершал свою расалилу. Кришна, в конце концов, принял решение осуществить расалилу. Есть два вида рождения. Когда Брахма поклоняется, когда Брахман приходит, чтобы поклоняться в вашем доме божествам, санкалпа, те, кто жаждут блага всем, желают блага каждому, то есть, когда пуджари приходит проводить поклонение божествам, он делает это как бы для вас, не для себя. Точно так же, как в этой лиле, где Радхарани поклонялась Сурьядеву. И в этом случае пуджари не может ожидать результат яги, потому что она выполняется для вас. То есть... Завтра я об этом буду говорить подробнее, так чтобы вы поняли, что эти грамматические моменты очень важны. Почему Кришна использует этот, это слово «манас-чакре»? Когда Кришна Кришне было 8, началась Расалила. Actually, Gaudiya Vaishnava Acharya Rasika Acharya Sripad Jiva Goswami Pad in Loku Tosanitika. Jiva Goswami Pad в Лагу Тошанитике. Vaishnava Tosanitika написано Санатана Госвами Пад в Лагу Тошане. Если там, то есть все сложные моменты Джива Госвами Пад проясняет. Все они делают, то есть он делает все под руководством своего Гуру Дева Санатана Госвами Пада и также Рупа Госвами Пада. Итак, в Лагу Тошанитике Джива Госвами Пад дает детальное описание, когда какая лила происходит. Когда Кришне было 1 год от роду. Попытайтесь запомнить это. Он убил Тринаварту. Когда ему было 3 года от роду.
Он начал совершать Дамодара Лилу. То есть им было 3 года, когда произошла Дамодара Лила. Также он освободил деревья, наверное. Затем из Гокулы он отправился во Вриндаван решать проблемы, которые во Вриндаван. То есть, прошу прощения, я ошиблась. Когда ему было 3 года, Кришна явил Дамодара Лилу, затем затем Нанда и Шода переехали во Вриндаван, потому что решили, что тут слишком много проблем возникает. Затем с мальчиками-пастушками он начал Гочаран-лилу, Гупаштами. Гупаштами означает день, когда Кришна начал пасти коров в полях. Когда Кришна уходил в поля, разные демоны, Ватсасур, Бакасур, они, Кришна их убил там, в полях. Когда ему исполнилось 4 года, осенью, wanted to abduct or go to Saharan, etc. This kind of lila only 4 years started. 4 years. When Krishna stepped into 4 years, then. In 5th year, Брама, наверное, похитил мальчиков-пастушков и телят. Когда ему было 5 лет, Кришна начал. Ходить пасти не ходить пасти телят. В месяц Картики, а когда лето наступило, произошла Калия Даман Лила. Когда Кришна достиг 6 лет, когда 7 лет был убит Дьянакасур, Гопи стали смотреть на Кришну, испытывая Пурвараггу, то есть какое-то влечение появилось. Увидев Радхарани и Гопи, Кришна также испытывал влечение. Когда дети подрастают, то есть не нужно из книг вычитывать, что надо привлекаться женщинами, то есть естественным образом привлечение приходит. Точно так же Кришна, подобно Гопи, они смотрели на Кришну и влюблялись в него, то есть они говорили, что мы не можем жить без него. Когда 8 лет ему исполнилось, в месяц Асин, осенью, в осенний месяц, когда он начал играть на флейте, гопи испытывали колоссальное влечение.
Но им нужно было, необходимо было ждать, прежде чем встретиться герою и героиней. Это время называется Пурварагой. А в месяц Картики произошла Говардхана Лила, когда он на левом мизинце держал холм Говардханы долгие-долгие дни. 7 дней и 7 ночей. И с Тритии до Навами он держал Говардхану. А на Экадаши Титхи к нему явились Индра и Сурабхи поклоняться Кришне, молиться ему, что пожалуйста, прости, мы совершили ошибку. И в день Двадаши Титхи Нанда Махарадж Пурниму Браджаваси захотели увидеть Голоку. И Кришна явил им это. Кришна принял форму Нрисимхадева, чтобы защитить Прохладу Махараджу. То есть, имеется в виду, что Кришна являл эту лилу. Также, что Кришна спал в океане Хира. И в этот же самый год осенью, до начала месяца Вайшакха, следующий месяц, с этого момента начинается, наверное, холодный сезон. И гопи начинают поклонение Катияне. А в Пурниму случилась вся лила. Летний сезон. Push means beating cold. Mag also cold, beating cold. And after that, when summer season coming, then a summer season. Когда наступает лето, наступило лето, он пролил милость на Яге Патни, на Джон Браманов. Все это описывают в деталях Джива Госвамипад. Верховный Господь начинает Расалилу. Поэтому во время месяца Шарада соблюдается, празднуется Раса Пурнима. Sarat Purnima we speak. We can speak because season is same. The month is Asin and Kartik combined with that. We can speak. That is Sarat Purnima. So which Sarat Purnima Krishna started playing? То есть Кришна начинает с
свои игры на Шарда Пурниму. В соответствии с Сиддхантой, которая представляет нам Джива Госвамипад, мы узнаем, что из нее мы узнаем, что Бхагавану всего 8 лет ему было, когда он начал Раса-лилу. Он родился в месяц Бадра. Сначала, то есть в этот месяц Кришна родился, Кришна Аштами. Затем когда ему вот-вот должно было исполниться 9, он начал Раса-лилу. И Джива Госвамипад говорит, Кришне 8. Гопал Чампу очень детально тоже дает, детальное объяснение дает Раса Лилы, вообще Лилу Кришны. Необходимо понять, что когда Кришна был 6 дней от роду, он убил путану. Когда ему было год, он убил Тринаварту. Затем в 7 лет он держал холм Говардхана. Такие бесконечные игры совершает Кришна. Но каждая лила Кришны очень сладостна. Почему? Потому что Кришна... Он... То есть он... не принимает никаких атрибутов Бхагавана, а играет человекоподобные игры. Почему Кришна все привлекающий? Нужно понять этот момент. В Шримад Бхагаватам сказано, до 11 лет Кришна никогда не хотел ни до кого донести, что он Кришна, Верховный Господь, до 11 лет. Он являл бесконечные лилы. Вместе с Баларамом. До 11 лет он жил во Вриндаване. So growth of Krishna going to prove that he is going to cross 16 years even. So why Raghupati Upadhyay wanted to give answer because he was the disciple of Madhavendra Prabhu. This kind of rasa only available in this stream. Raghupati Upadhyay nowhere else. Mahaprabhu also very happy to discuss this point. Махапрабху был очень счастлив говорить на эти темы. Follow. Why of Koishwara come? Koishwara is 16 years. Fix up.
То есть Кришна достиг 16-летнего возраста и больше не рос. Ему было 120 лет, наверное, когда он стал этот мир, но когда мы на него не посмотрели, ему было, он выглядел как 16-летний мальчик, юноша. Такова уникальность Кришны. Если он был во Вриндаване, наверное, до 11 лет, то как же он выглядит как 16-летний мальчик? Почему как 16-летний мальчик? И Джога с вами проясняет этот момент. В соответствии со своей расой, каждый получает определенный взаимообмен с Кришной. То есть полностью все, нет никаких противоречий. Махапрабху представляет нам совершенную формулу. Мы хотим любить вечно юного Кришну, которому 16 лет. Можете вспомнить себя в 16. Каждый может вспомнить и представить себе это. Не должно быть у нас никаких сомнений об этой лиле, что такое якобы невозможно, потому что ее является сам Кришна, Верховный Господь. That Krishna. Remember, don't try to forget. You are going to think, discuss the, that Krishna. Want to understand the excellency of that unique Leela, which is beyond our conception. Лила — это за пределами наших человеческих пониманий. Прошу прощения. Speak Harikatha tomorrow. This is one topmost punishment. When I cannot speak, that is я не мог, наверное, punishment. I don't know why. Говорить Харикатху. Water restriction, quite natural. Otherwise, I cannot speak Harikatha. То есть morning time, 3 o'clock. Самое большое наказание — это когда я не могу говорить Харикатху. Quite natural. I was feeling restless.
То есть вчера я не мог говорить должным образом. Если вы благословите меня, я еще много всего расскажу, так что вы забудете, что было вчера. Мне очень жаль. Я забыл о том, что я старею, наверное, что я становлюсь старше. И мне все время кажется, что мне 20, я всюду бегаю, все делаю, не отдыхаю. Я в порядке. Я принял вчера, после того, как я прервал харикатху, я немедленно принял омовение, выпил много воды, повторял харинам. То есть какое-то обезвоживание было. Порой это происходит. Мне очень жаль. Я прошу вашего прощения.